Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і євангелізації Святої Марії. Кава з капуцином. Слава Ісусу Христу! Здесь я, брат Петр Куркевич, францисканец Капуцин, в нашій передачі «Кофе з капуцином». Вчора у римокатоліків був день святого, воспоминання святого Матвія, апостола, евангеліста, который в 40-50-х годах первого, конечно, столетия пишет свою Евангелию, которая, кажется, направлена есть к еврейской нации, к избранному тогда народу, тогда еще, которому сообщает про пришествие Мессии. Вот такой есть смысл Евангелия от Матфея. Я бы хотел сегодня немножко рассказать про ее специфику. Я начал вообще толкование Евангелия от Матфея. В последних передачах мы занимались немножко заключением 4 главы. То есть вошли в эту Евангелию от искушений, пустынных искушений Иисуса Христа, которые не в заключении, только в начале 4 главы Матфея находятся, извиняюсь. Сегодня хотел бы рассказать чуть-чуть про некоторые моменты в этой Евангелии. Сначала хочу сказать, что Матфей пишет свою Евангелию для евреев, которым хочет рассказать, что Мессия уже пришел, что этим Мессией долго ожидаемым есть Иисус из Назарета, Иисус, сын Марии, сын Иосифа. В принципе, даже, можно сказать, больше даже сын Иосифа. И что он является новым Моисеем, он является кем-то даже большим даже, нежели Моисей, он является Мессией, и он является также Сыном Божьим, он является Богом. Матфей рассказывает так само, как и Лука, про детство Иисуса Христа, начинает от родовода, рассказывает про рождение Вифлеемское Иисуса Христа, про пришествие, про приход, извиняюсь, волхвов из Востока, про бегствие в Египет и возвращение после смерти Ирода Великого, возвращение в Назарет. Это первое, о чем я хотел бы рассказать. Матфей, кажется, в этой первой и второй главе, он показывает Иисуса с точки зрения традиции, предания Иосифова. То есть черпает свои информации от круга, который был связан с Иосифом. С Иосифом. Сыном, как он говорит здесь в первой главе, сыном Якова, сыном Маттана. То есть прадедушкой Иисуса из Назарета есть Маттан, дедушкой Яков, отцом, конечно, это адаптированный отец Иосиф, муж Марии, с которой родился Иисус, называемый Христом. Почему Матфей пишет с точки зрения отца? Наверное, потому что для евреев важнее был отец, нежели мать. И в родоводе практически почти не видим матери, видим лишь только, почти лишь только отцов. Это как будто отец родит сына. Так и начинается.
родовод від Авраама, от Авраама, который был отцом Исаака, отец отцом Якова и так далее, и так далее. Матерей почти здесь нет, женщин почти здесь нет. Но если даже есть, они есть, есть как будто возле, они стоят возле отца. Отец важнее. Видно, что Матфей пишет в менталитете еврейском, в менталитете патриархальном, где Адам важнее всегда, нежели Ева. Матфей не только имел общение с кругом родственников Иосифа, которые, наверное, или с христианами, которые знали секрет, семейный секрет, но с точки зрения Иосифа, или не только из-за этого пишет вот именно в таком аспекте, с такой стороны, только пишет как еврей для евреев, как обращенный, скажем, еврей, как мытник, который сотрудничал, наверное, с римлянами, как предатель, который обратился и сейчас, я не знаю, сплачивает долг перед своим народом и пишет для своего народа, хочет помочь своему народу, так как раньше этот народ оскорблял или даже предал, так сейчас, это, конечно, мое предпочтение, это мне кажется, что так могло быть, так сейчас, ведимый Духом Святым, он сплачивает долги своему народу, таким способом встает для всех предателей, для всех, которые оскорбили свою нацию, встает примером христианина, который, обратившись, пытается отработать все зло, которое было сделано ним против своего народа. Начинается все от родовода, иначе, нежели Лука, который поднимается от Иисуса и Марии, и Иосифа, поднимается вверх и достигает Адама, Сына Божьего, то есть, в принципе, в своем родоводе, вступающим на небеса, Лука показывает, что человек есть Сыном Божьим, что Иисус был настоящим человеком, человеком от Адама и был, но человек настоящий, это человек одновременно Божий, так что Иисус есть супер человеком, потому что есть в полноте от Адама, пишет Лука, а кроме того есть также в полноте от Бога, даже более в полноте, бесконечно более в полноте, как бесконечно более от Бога, нежели Адам был. Так что Лука в своем родоводе подчеркивает вот природы, две природы, существующие в Иисусе Христе. Он настоящий человек, он сын Адама, и он настоящий Бог, Сын Божий, более нежели Адам в родоводе от Луки. Этот родовод от Луки, давайте поищем, он находится не в начале, только он находится, насколько помню, в конце третьей главы. Идет также по линии Иосифа, так, и поднимается аж до Эноса, сына Сета, сына Адама, сына Божьего, да. Это заключение третьей главы Луки. Матфей, наверное, написал прежде, нежели Лука, так что здесь трудно будет показывать, насколько Матфей сознательно хотел отличиться от Луки. Тем не менее, Матфей, который пишет для евреев, он не пишет для греков, как Лука, для людей более греческого менталитета, он пишет для избранного народа, поэтому не интересует его природа Иисуса. Был ли он настоящий человек, был ли он настоящий Бог. Его интересует история Ветхого Завета, история союзов ветхозаветных, история обетований Божьих, данных
переданных людям ветхозаветным, и поэтому тянет свой родовод от Авраама, от которого начинается персональная история союзов Бога с людьми. Сначала это будет сага, союз, то есть союз сага, то есть союз с семьей Авраама и его потомками. Потом это будет уже союз с избранным народом. Ну и видим, что Матфей конструирует свой родовод так, что от Авраама до Давида есть 14 колен, от Давида до вавилонского переселения рабства 14 поколений, и от вавилонского рабства до Христа 14 поколений. 14, если заменить на буквы, у евреев, так как и в латинском языке, есть возможность называть даты, например, буквами, а не цифрами. Если 14 назвать не цифрами, но буквами, получается инициал имени Давид. Поэтому можно перевести это подчеркивание итогов Матфеем 17 стиха подчеркнуть как Давид от Авраама до Давида Давид, от Давида до вавилонского переселения Давид, от вавилонского переселения ко Христу Давид. То есть Христос в этом немножко закодированном родоводе есть показанный как сын Авраама, как сын союза, как сын клятвы со стороны Авраама, как сын прежде всего обещаний, обетований со стороны Бога. То есть сын обетований, это сын союза, это есть член избранного народа, избранного Богом народа. И он приходит как новый Давид. Он есть Давид. Он есть царь Давид. Почему Матфей начинает, что Иисус есть Давид? Потому что никто в политическом смысле, в истории Ветхого Завета, в истории народа, никто не имел такого политического и милитарного преуспевания и Божьего благословения, как царь Давид. Но это, конечно, мое предпочтение. Я не библист, но мне кажется, что это хотел сразу сказать во вступе в Евангелию Матфей, что согласно ожиданий, мессианских ожиданий избранного народа, Иисус есть грядущим Давидом, трижды Давидом, супер, мега, гига Давидом. Он приходит, чтобы побеждать, он приходит, чтобы царствовать, он приходит, чтобы облегчить, он приходит, чтобы завести мир, завести порядок, победить врагов наших, дать нам преуспевание, дать нам мир, дать нам спокойствие, радость, дать нам царство Давида на земле, дать нам победу. И... Так. В последнем стихе родовода, в 16 стихе, вдруг перепрыгает он с полосы мужской на Марию. Яков был, прочитаем еще раньше, Элиуд был отцом Элиазара, Элиазар отцом Матана, Матом отцом Якова, Яков отцом Иосифа, мужа Марии, с которой родился Иисус, названный Христом. Раньше, если он упоминает женщин, говорит, а матерью была
Тамар, или а матерью была Рут. А матерью была когдашняя жена Ури. Здесь говорит иначе. Яков был отцом Иосифа, мужа Марии, с которой родился Иисус, названный Христом. Он иначе называет Марию, иначе показывает Марию, и он показывает, что таким способом, что Иосиф не есть отец. И отец Иисуса. Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином». Змінена формула отношений жены матери к мужу отцу не такая, как в случае Рут, не такая, как в случае Тамар, еще раньше, третий из тех Тамар, Рут, пятый из тех, бывшая жена Ури, шестой стих. Там просто они, эти женщины, эти девушки были добавлены как после запятой, а матерью была Рут, а матерью была Тамар, а матерью была, то есть кроме отца вот стоит матерью, которая была, женщина, которая была матерью. Здесь не Мария стоит возле Иосифа. Давайте прочитаем. Яков был отцом Иосифа, мужа, супруга Марии, с которой родился. Здесь Иосиф, мне кажется, стоит возле Марии. А не Мария, как раньше Тамар, Рут или жена Ури стоит возле своего мужа. Здесь предпочитается жену, а не мужа. Мать, а не отца. Таким способом, через такую формулу, нежно, как бы незаметно, акцент передвигается с отца на мать. И это единственный момент в родоводе Иисуса у Матфея. И это означает, что Иосиф не есть отцом. Так как все остальные были отцами, он не есть отцом. В патриархальном обществе, менталитете он не есть отцом. Он есть только мужем Марии, с которой родился Иисус. Значит, Иисус не имеет отца. Если Иосиф не есть отцом, если Иосиф есть только мужем Марии, с которой родился, а не Иосиф есть отцом. Нормально должно быть так. Иосиф – отец Иисуса, а матерью была Мария. Видите, какая большая, гигантская разница? Иосиф не есть здесь отцом Иисуса. Даже это самое главное. Иосиф не есть названный отцом. Яков, последний раз, слово «отец» касается Якова в 16 стихе. Иосифа касается лишь только слово «муж» Марии. Мария не есть названа даже матерью, есть названа, с которой родился Иисус. Специально не есть названа матерью, чтобы не быть похожей на этих дам прежде. Кстати, не совсем иногда безгрешных дам, как жена Ури, как Тамар, как... Ну, Рут была более святой, но зато, насколько помню, не была еврейкой. Тамар и Ватшева, жена Ури, были еврейками, правда? А Рут не была еврейкой.
Мария отличается от этих дам. Не есть названа как мать, только есть названа как с которой родился Иисус. Так что в каком-то плане никто не есть названный отцом, никто не есть названный матерью. Почему? Потому что это превозносит Иисуса, Мессию, делает его кем-то таинственным, кем-то небесным. Только Отец его небесный, только Мать его небесная. Бог есть Отцом его, Дух Святой есть Матерью его. Отец, который родит Сына предвечного, отвечно, Он есть Отцом, не Иосиф. Бог, Бог Отец или Бог Дух Святой есть Матерью Иисуса, не Мария. Так что это превозносит Иисуса превыше всех в этом родоводе и показывает, что Он человек небесный, что Он человек с Бога Отца и с Бога Духа. Иосиф вообще не есть отцом, а Мария есть матерью биологической, но не есть матерью духовной и онтологической. Есть матерью, которая по природе своей является лишь только каналом, через который проходит Мессия. Она родит его, но она как-то не есть матерью. Матерью есть Дух Святой. Конечно, потом она по благодати, по непорочности своей, по замыслу Божьего будет в полноте также матерью Иисуса Христа, и то матерью его так же, как Бога. Но это из решения Бога. Могло бы быть еще иначе, могло бы быть так, что она является лишь только каналом, через который проходит он, а Иосиф опекуном, этим, который заботится. Мария – это через которую проходит, чтобы явиться в мире, от которой берет материю. И, в принципе, она здесь как-то названа, вот именно так. Она и Иосиф. Но она поставлена есть понад, над своего мужа. Так что здесь очень интересная конструкция, которая очень много говорит. Это 16 стих на фоне всех предыдущих стихов. Он прежде всего превозносит Иисуса и делает его человеком совсем небесным и человеком по обетованиям и по союзам, человеком, который родится с Духа Святого, родится от Отца Небесного в истории спасения, и он есть совершением этой истории спасения. И этот стих превозносит Марию, которая встает над своего мужа, и это показывает ее роль, что она без мужа родит Иисуса Христа, то есть она чудесным способом рождает своего сына, но она не есть здесь названа матерью, поэтому, чтобы показать разницу с другими женщинами, поэтому, чтобы показать роль Духа Святого и как будто пассивность Марии, но все равно она превыше всех этих женщин, она превыше Иосифа, она изолирована от Иосифа, превознесена очень высоко. Ну и Иосиф показан есть как этот, который юридическим способом встает опекуном и отцом Иисуса и дает ему право быть сыном Давида, и тут трижды сыном Давида, сыном Авраама, сыном Союза, сыном избранного народа. Думаю, что здесь еще много-много можно было бы говорить про этот родовод Иисуса Христа, но если было бы у нас больше времени, у вас больше интереса послушать, а у меня еще более знаний, которых, конечно, не хватает, и я здесь иду немножко на почве этого
опираюсь на почве того, что когда-то там прочитал, услышал и чего догадался. Даже самые интересные вещи, которые сейчас говорю, это просто это, что можно прочитать даже не в оригинальном, только в польском переводе, в обыкновенном тексте библейском, подумав немножко. Вот в самом родоводе Матфей уже показывает, что Иисус Христос – это кто-то необыкновенный, кто-то прекрасный, кто приходит. Давайте оставим сейчас немножко эту историю, вернемся к ней, а сейчас еще расскажу, как Матфей показывает еще иначе Иисуса Христа. В четвертой главе, думаю, я уже об этом говорил, Матфей показывает, мне кажется, показывает Иисуса как Адама Райского. Потому что Дух его ведет, потому что Дух ведет его в степи, в пустынь, потому что это происходит после того, когда Иисус окунулся в воду, и значит, имеем воду, имеем степи, имеем пустынь, и имеем в конце типично райское служение ангелов, но и имеем этого, который искушает, искусителя, дьявола, который искушает Адама, второго Адама, так как когда-то искушал Еву и Адама райских. Поэтому думаю, что в четвертой главе Иисус есть показан как новый Адам. Возможно, также есть показан здесь как новый Моисей, потому что цитирует, отвечая дьяволу, искусителю, цитирует книгу Второзакония, 6 и 8 главу. Думаю, что на фаере, на который вас всех приглашаю, он будет 15 октября в Хмельницком на выставке в костеле, в римокатолическом храме Христа Короля, Христа Царя. С утра начинаем до позднего вечера, наверное. Это суббота, приезжайте, половина октября. Я думаю, что, между прочим, также я коснусь этих текстов, поэтому не хотел бы сейчас говорить. Но сам факт, что Иисус цитирует слова, которые Бог, насколько помню, высказал народу во время его путешествия по пустынной, 40-летнего путешествия по пустынной земле. Иисус отвечает сатане словами, которые надо было Моисею сказать, например, во время, когда добывал воду из скалы, да, и когда народ требовал хлеба на пустыне, но сам факт вообще пустыни, правда, показывает, что Иисус – это новый Моисей, который в отличие от того Моисея, который был человеком святым и необыкновенно нежным, умиротворенным человеком, смиренным в конце жизни, любящим Бога и свой народ, готовым умереть даже, но был также человеком, который иногда не замечал своей слабости, падал под влиянием искушений в грех. Здесь Иисус Христос трижды опирается и противостоит этим искушениям и побеждает их. То есть он является идеальным Моисеем.
идеальным Моисеем, и он заслуживает, чтобы нас вести через пустыню этой жизни, 40-летней жизни, вести нас в обетованную землю, в Канаан, в рай, в землю, в которой ангелы будут служить нам. Значит, накладываются здесь, мне кажется, два плана. Райско-адамовый и пустынно-моисеевый планы накладываются друг на друга и показывают нам Иисуса как нового Моисея, ведущего нас к новому Адаму. Вот наш Иисус, наш новый Моисей, который ведет нас в жизнь, в которой преображается он в нового Адама, отца нашего. Вот Иисус, наш владыка, наш вождь, наш царь, который есть также наш отец. Вот смотрим на него, вот идем за ним. Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином». Ісус, коли в п'ятій главі піднімається на високу гору, он поступает как новый Моисей, стилизирует свое действие, свое поведение, стилизирует на Моисея. Как Моисей на Синай-гору, так Иисус здесь на гору блаженств поднимается. Но потом видим кое-что, что заставляет нас подумать, что Иисус не только хочет показать, что Он новый Моисей. Видим, что Он присел. Он присел, и тогда приступили к Нему Его ученики. Тогда открыл свои уста и научал их этими словами. Мне кажется, что это уже не Моисей. Это уже Бог Яхве. Иисус есть настоящим, одним и то же, Богом Яхве. Тогда Он говорил с Моисеем, спрятанный под видом ночи, под видом тумана, под видом тучи, под видом молний, землетрясений, огня. Сейчас Он в более семейном, фамильярном стиле, спрятанный под человеческим видом, под видом человеческой природы, плоти Иисуса из Назарета. Но это есть Бог Яхве, Бог Саваот, Бог, который передает нам 10 заповеди, который передает нам новый закон, который совершенствует этот закон. И начинается Нагорная проповедь, начинается с 8 блаженств. Эти блаженства уже видим сразу, что они поднимают уровень очень высоко. Они требуют от человека полнейшего посвящения себе Богу, ради которого они готовы стать бедными в духе, печалиться святой печалью, стать кроткими и тихими, алкать и жаждать справедливости, стать милосердными, чистого сердца, миротворцами и готовыми принять каждое преследование, стать наравне святых пророков, стать наравне святых гонимых ветхозаветных
великих пророков. И потом Иисус в Нагорной проповеди приступает к этому, к дальшим требованиям. Ученики должны быть как соль, как свет, как город на высокой горе. Иисус не приходит с авантурой, Иисус не приходит как хиппи, Иисус не приходит как этот человек, который Бог, который хочет уничтожить закон, наоборот, Он поднимает этот закон на очень высокий уровень, делает его законом также сердца. Он требует, чтобы человек через закон дошел к очень высокому совершенству, к очень высокой святости, к пренебрежению самим собой. Он не хочет вести нас к такой земной справедливости, которая довольна самим собой. Он ведет к справедливости, которая означает в принципе войти на крест, войти в собственную смерть. И это должно истекать от сердца человека. Поэтому намерение, закон касается не только этого, что внешнее, но также этого, что внутреннее, чистоты наших замыслов, наших намерений, наших взглядов, наших желаний. Поэтому не ради человеческой славы, не ради награждения земного, только ради Отца Небесного, который видит все, что спрятано, это видит сердце, видит замысел сердца. Человек должен давать милостыню, молиться и поститься. Жизнь встает поиском небесных сокровищ, небесных награждений, небесных инвестиций. Надо инвестировать не в это, что земное, что подданное злодеям, ржи и всяким катаклизмам и червям. Надо собирать сокровища на небесах. Надо, чтобы это желание было чистое, чтобы было как око в плоти, которое принимает небесный свет, небесный смысл, небесную мудрость, понимание. Иисус требует, чтобы служить только Богу, а не служить земным благам. Говорит также, что в этом очень оторванном от земли способе жизни не нужно заботиться слишком, что будет пить, что будем кушать, во что одеваться, где жить, как выходить замуж, как жениться и так далее, и так далее. Поэтому что об этом заботятся язычники. А нам надо заботиться только о Боге, о господствовании Бога, о царстве Бога и о воле Его, о справедливости Его, о воле, о замысле Бога, касающемся нас. А все остальное будет нам добавлено. Потом говорит Иисус, чтобы в последней седьмой главе Нагорной проповеди говорит, чтобы не судить, то есть чтобы очиститься и быть расположенными к людям и быть кроткими перед людьми, и тогда про что бы мы ни попросили, дастся нам. Если будем людьми, которые больше любят давать, нежели брать, если будем так просить, чтобы больше давать, нежели брать, тогда и будем долготерпеливыми в этом прошении, то тогда все нам подастся, все нам Отец подаст. Говорит про узкую браму, также говорит, чтобы
оберегаться от уже пророков, уже апостолов, которые в овечьих шкурах приходят к нам, а на самом деле они волки, что надо распознавать их по плодам, как дерево. И также говорит, чтобы не заниматься самообманом. А самообман есть в этом, что говорим «Господи, Господи», молимся, постимся, даже хорошие поступки иногда совершаем, но на самом деле не исполняем волю Отца, только нашу волю, чтобы не заниматься самообманом. И кто занимается самообманом, потерпит поражение, как строитель дома на песке. А кто на самом деле исполняет не свои роскошные капризы, а исполняет тяжелую, возможно, волю Божию, будет как человек, который построил дом и фундамент на скале, на камне. И тогда этот дом выстоит каждую бурю, каждый катаклизм, и эта жизнь спасется на всю вечность. Как можем оценить первую эту проповедь Иисуса, Нагорную проповедь, главу с 5 до 7 главы? Можем сказать, что это есть новый декалог, что это из новых 10 в кавычках. Новых 10 заповедей Иисуса, новый закон, новая моральность, новая этика, новая мораль, очень высокая, очень внутренняя, очень связанная с сердцем, связанная с совестью, с намерением, но также с внешним действием, которая требует от человека и этого, что внутреннее прежде всего, но также этого, что внешнее. Видим, что неправда есть, что Иисус есть анархистом. Наоборот, Иисус есть энтузиастом закона. Почему? Потому что по-настоящему закон – это воля его Отца. Почему? Потому что закон – это есть совершенствовать человека, больного после грехопадения райского, после греха первородного, больного на эгоцентризм, эгоизм, гордость, игноранцию, лень, больного человека поднимать вверх. Есть еще 4 большие проповеди Иисуса в Евангелии Матфея, и Матфей с помощью Духа Святого стилизирует дальше Иисуса как Моисея и как Бога Яхве, который передает нам пятый книжье. 5 проповедей, 5 первых книг Библии. Напомним, книга Бытие, книга Исход, книга, что там было, Левит, кажется, да, 3. Помню все, но не помню в какой очередности. И Левит, так, потом из чисел и, наконец, второзаконие. Вот 5 книжья Моисея находит свое отражение в Евангелии от Матфея. Это есть новый Моисей и это есть новый Бог Яхве. Можно сказать, что Иисус как Сын Божий – это Бог Яхве, а Иисус как человек – это новый Моисей. Хотя, может, это слишком так по-простому я сейчас назвал. В принципе, и Иисус как человек – это есть Бог Яхве. Это есть этот туман, это туча, это молния, это заслона, природная заслона, в которой прятался тогда и являлся одновременно Бог Яхве. Можно сказать, что тогда посмотрите на эту структуру. Сначала Матфей говорит, что Моисей, что Иисус приходит к нам как новый Давид. То есть он приходит в родоводе, приходит в первой главе как новый Давид.
Но этот Давид не до конца есть из рода Давида. Юридически как-то так. Но и Мария была с роду Давида, конечно. Так что и биологически так. Но прежде всего он свыше, он с небес. Но он есть Давид, он принесет нам мир, он принесет нам победу, он принесет нам радость, он принесет нам Царство Божье, он принесет нам хорошее время, счастье. Потом, так в крещении, как и в этом, что происходит на пустыне, видим человека райского, человека, который имеет в аду, в изобилии, человека, который, перед которым небо открывается, Дух Божий нисходит на него и ведет его, Отец говорит с ним, присылает свой голос, Дух ведет его в степ для работы, приступает во время этой работы, этой мольбы, этой молитвы, этого поста, приступает искуситель, искушает его. Иисус не поддается искушениям, как Адам райский, но побеждает и приступают к нему наконец-то ангелы. То есть, как будто, мне кажется, что Матфей хочет показать, посмотрите, куда нас хочет вести этот новый Давид, какое царство нам хочет подарить, какую радость. Это не просто царство на земле, это возвращение в рай. Возвращение в рай, в новый рай, новый Адам, новый рай. Возвращаемся. Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином». И когда мы уже знаем, что Иисус, как Давид, хочет нас освободить и дать нам царство, знаем, что этим царством будет рай, возвращение в рай, тогда наступает первая проповедь Иисуса, главы с 5 по 7. И начинается Иисус как Моисей и Иисус как Бог Яхве. Значит, хорошо, уже знаем, что Он ведет нас в рай, как новый Давид, как Он ждет нас, как новый Адам. А сейчас показан будет этот путь. И как Он будет вести нас в этот рай. Ну и вот как, через закон. Как это было приятно услышать для евреев, что Иисус не уничтожает закона, не уничтожает союза, только Он его исполняет и Он его поднимает. На вопрос, Иисус уничтожил ли закон, надо ответить, мне кажется, параллельно, аналогично, как на вопрос, уничтожил ли Иисус закон. Можно сказать, что да, а можно сказать, что нет. Да, потому что закон, заключенный с Авраамом, заключенный, ну, как-то существует, но уже не так. Заключенный с Моисеем как-то существует, но уже не так. Иисус делает новый закон, вечный закон. Союз. Новый вечный союз. В крови своей, божественной, поэтому никто не сможет уже сломать никаким грехом, никакой неверностью. И так само, мне кажется, как он заканчивает старый союз или плавно переходит из старого союза в новый союз, то есть Бог, человек закончил, уничтожил союз. Человек через свою греховность уничтожил этот союз ветхий с Авраамом, с Моисеем, с народом Синайский. Пророки об этом говорили, что Бог хочет, требует сердечного подхода к этому союзу. Они не послушали, поэтому народ уничтожил. Но Бог есть верный союзу и этому заключенному с Адамом, и с Ноем, и с Авраамом, и с Моисеем, и народом Синайским.
Бог, можно сказать, что Он никогда не перестал жить в этом союзе. Он сейчас приходит, чтобы обновить этот союз, поднять его и сделать его вот так вечным, чтобы даже со стороны человека не можно было уже сломать. Почему? Потому что, по крайней мере, будет двух человеков, двух новых, Адам и Ева, Авраам, новый Авраам и Сара, новый Моисей и там, не помню, Сефора, или как там, как звалась жена Моисея, которые... Моисей и народ, правда? Вот Моисей, Иисус, вот народ, Мария. Вот Авраам, Иисус, вот Сара, Мария. Вот Адам, Иисус, вот Ева, Мария. Сейчас даже народ не сможет уже сломать. То есть ни с одной стороны, ни с второй никто не сможет сломать этого союза. То же самое надо сказать, что Бог, можно сказать, что приносит новый закон, который не уничтожает предыдущего. Это люди уничтожали через непослушание. Но Бог не забирает назад 10 Божьих заповедей. Он еще их более расширяет и поднимает вверх, чтобы они касались самых мыслей, намерений сердца. Таким способом Бог... Так как и союз, так и закон не уничтожает. То же самое Бог сделает со священством, то же самое с храмом. Бог не уничтожит храм Иерусалимского, они уничтожат. Но когда приходит Иисус, храм Иерусалимский уже есть более Иисус, нежели храм Иерусалимский. Плавно Бог переходит от старого, от старых мехов к новым мехам. Почему? Потому что новая благодать пришла в Иисусе Христе. Закон был более от Моисея, от Иисуса идет благодать более, потому что это не только закон, это также Дух Святой, который поможет этот закон сделать. Ну и сейчас, когда мы уже назвали эту первую Нагорную проповедь, посмотрим, где есть вторая. Вторая – это есть миссионерская проповедь, миссийная проповедь. Это глава 10 Матфея. Третья проповедь, это будет, мне кажется, 13 глава в притчах. Она говорит про Царство Божие, но я бы сказал, что она говорит про Царство Божие в очень миниатюрном, спрятанном виде, который можем назвать Иисус Христос, или еще лучше, благодать. Мудрость, любовь, я бы сказал, благодать. Вот Царство Божие, которое уже среди нас, в нас, а посреди нас и в нас, это благодать. И про динамику этой благодати в замысле Бога и в восприятии человеческом говорит Иисус в 13 главе. Это третья большая проповедь. Ищем сейчас четвертой. Мне кажется, что четвертая большая благодать. Это будет глава 18. К которой я немножко искусственно добавил бы также 19 главу. Глава 18 говорит про общину, про церковь, про общину и так, про общину, про динамику, внутреннюю динамику в общине. А 19 глава, которую я бы, возможно, неправильно, но мне так хочется, хотя это чуть неправильно, я бы присоединил, она говорит про также про общину в аспекте безбрачия, то есть чистоты, в аспекте послушания и в аспекте бедности, то есть в аспекте монашеских обетов. То есть в 19 главе в структуре, в конструкции Матфея дополняет большую проповедь с 18 главы, которая касается стандартной общины и показывает исключительный вариант человеческой общины.
Это четвертая проповедь. И последняя проповедь, это будет 24 и 25 глава. Это проповедь эсхатологическая, которая говорит про уничтожение Иерусалима и храму, и преследование конца мира, уничтожение мира, второе пришествие Иисуса, так называемую парузию, и говорит про как приготовиться, как ждать этого момента, как что делать в этом моменте, как что делать в ожидании этого момента и как будет происходить суд в последний день. То есть чего ожидать, когда Иисус Христос придет? Чего нам ждать? Значит, посмотрите, в первой главе, в первой проповеди Иисус дает нам новый закон. Во второй проповеди Иисус говорит об этом, что надо стать миссионером, надо свидетельствовать, надо евангелизировать. Некоторые говорят, что это только для апостолов было дано, но много в Библии свидетельствует о чем-то противоположном, что надо евангелизировать. Потом третья проповедь показывает динамику благодати как грядущего в нас и среди нас Царства Божьего. Четвертая показывает, как жить в общине и как не бояться очень высоких на уровне монашества очень высоких требований Бога насчет некоторых в общине. И последняя проповедь говорит про необходимость думать про конец жизни нашей, про конец мира. Значит, имеем закон, значит, имеем необходимость быть свидетелями, значит, мы должны заботиться и разрешить благодати действовать в нас, значит, мы должны жить в общине с ее динамикой и с ее героизмом, и мы должны надеяться на конец мира, на конец нашей жизни, надеяться, радоваться, быть оптимистами и больше жить будущим, нежели нынешним. Хотел бы сейчас сказать, о чем говорит Иисус в этой проповеди миссионерской. Он говорит, что просто идите, избирает апостолов и потом посылает апостолов. И говорит, идите, посылаю вас как... Идите к овцам, которые потерялись из дома Израиля. Не берите ничего в путь, даром получили, даром давайте. Будьте вежливыми, приветствуйте все, приветствуйте каждый дом, приветствуйте мира, передавайте мир, будьте миротворцами. Ну и обтрусьте прах, то есть ничего не берите от этих, которые не хотели вас слушать, никакого вознаграждения, и также покажите им, что их способ жизни совсем вы не воспринимаете. Посылаю вас как овец, то есть будьте как овцы среди волками, будьте разумными как змии и непорочными без греха, как голуби. И потом, что будут вас преследовать, не бойтесь, мой дух с вами, будьте мужественны, не бойтесь потерять плоти, заботьтесь о своей душе, волосы даже на головах ваших посчитаны отцом, и отец заботится о траектории полета воробья, тем более о вас. Ну и что в этом надо возлюбить эту миссию больше, нежели свою жизнь.
и не отрекаться от Бога, не стесняться и не стыдаться Бога перед людьми, и более любить эту миссию и более быть свидетелем, нежели человеком семейным, нежели любить своих домашних, и больше любить эту миссию, нежели свою жизнь. И кто так поступает, или кто даже помогает в этом деле миссионерском, поступает как пророк, и даже если только помогает пророку, получит награждение пророка, праведника. Иисус поднимает идею миссии на очень высокий уровень. Каждый христианин должен заниматься евангелизацией, быть свидетелем. И это главное, первоначальное задание в его жизни. Можно задуматься, почему Иисус человеку, который только начал формироваться на основании этой первой нагорной проповеди, который только начал жить законом Божьим, сразу Иисус посылает его в миссию. Почему второй проповедью не есть проповедь про благодать? Она есть третья. Почему не есть проповедь про общину? Она есть четвертая. Почему не есть проповедь про эсхатологию, про надежду, про будущий век? Она есть пятая. Почему эта миссия? Потому, мне кажется, что Иисус не хочет, чтобы мы были диванными, салоновыми христианами, христианами в тапочках, христианами, которые не двигаются. Наоборот, он говорит «go, go, go», движение, 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 вперед, вперед, вперед. Не в тишине часовни, не в тишине церкви, не в тишине медитации должна образовываться твоя вера и твои добродетели, но они должны иметь там свое начало, но они должны стать прочными в упражнениях. Ты должен упражняться, ты должен тренироваться. Твоя кротость в евангелизации, твоя мужественность в миссии, твое послушание Богу, людям, церкви в миссии, в апостольстве, в душпопечительстве. Поэтому в этом движении, в этих отношениях с часто враждебно наставленными людьми будет образовываться твоя святость, и через эту миссию, эта миссия поможет тебе даже больше, возможно, нежели молитва, здесь я не уверен, поможет тебе достичь этих добродетелей, поможет тебе достичь исполнения закона Божьего с первой моей проповеди. А потом увидишь необходимость благодати, а потом также увидишь необходимость общины. Вот именно через миссию увидишь необходимость также и заскучаешь за новым веком, заскучаешь за новой жизнью, небанальной, высокой жизнью. Вот именно увидишь греховность людей, увидишь, как никакую жизнь они ведут, и как они не хотят подниматься с этой жизни, как тяжело людей поднять, и тогда будешь говорить, да придет царствие твое, да пройдет этот мир, да уйдет этот мир, да будет уничтожен этот мир, и будешь жаждать эсхатологии, будешь жаждать нового века. Вот именно через миссию получится тебе войти в закон, стать храбрым, стать сильным, прочным в законе. Вот именно через миссию будешь жаждать силы благодати, помощи общины и утешения будущего века. Спасибо вам большое. До свидания, до встречи в следующей передаче. Еще раз приглашаю на FIRE, который на нашу конференцию харизматическую в субботу 15 октября в Хмельницком. До встречи.